что ж, доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Good Hunt, это студия Star Ladder TV и The Summit 2, регион Сия. Invasion Esports против Team Malaysia. Нам сегодня предстоит наблюдать за 6 матчами на The Summit. Первый стартанул с задержкой всего-то 2,5 часа, что вообще не проблема. Банально не было лобби. Ну ладно, о проблемах попозже, сейчас о пиках. Бэтрайдер Рубик для Invasion, Team Malaysia забирают себе профетку и Венги Фулл Спирита. В бане находится Дерево, Вайпер, Рики и Хускар. Invasion избавляются от Брю, Скаймейджа, Наги и Боника. Третий пик. Есть оффлейнер, есть саппорт. Dragon Knight появляется в мид, стоять будет против профетки. Malaysia, возможно, задумала быстренький пуш. Ancient Operation. Ну, Винга неплохой контрпик Бэтрайдеру. Свап под лосо. Войд пока не в бане. И может, в принципе, появиться. Под Ancient Operation. Ну, либо Вивер под Вингу с аппаратом. 5 секунд remaining. Reserve time. Что, четвертый пик. Нужно защищаться чем-то от пуша, потому что профетка с экзорцизмом ТВРа в покое не оставит. Дерево забанили, соответственно, подхилить их не получится и как-то подсейвить. Сларк появляется четвертым пиком. Это будет мейн керри команды Invasion. Что возьмут против Сларка? Ну, Нагу не возьмут, зато есть Морфлинг, Спектра и Террор Блейд, который еще до сих пор не в бане. Reserve time. Что-то там какой-то чатик непонятный. Игроки вроде все тут. Никто не дисконнектился. Матч не был перенесен, не было никакой информации. Вы говорите мне, почему я вам не сказал, что матч перенесен? Потому что мне никто не сказал, что он задержится. Я сидел с 10:30 по МСК и ждал, когда матч начнется. Сидел, ждал, 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 ждал. И вот он начался. Пистмастер появляется у Team Malaysia. Судя по всему, это будет оффлейнер. Возможно, пойдет на каких-то эншентов или что-то подобное. Ну, сейчас должны забанить какого-то керри. Это не повтор, это лайв. Просто мы немного сместились теперь по графику. FD будет играть против Team Malaysia сразу после этого матча. Минус Свен от Invasion. Radiant Team Ban. Последний бан от Team Malaysia. Саппорт какой-то должен отлететь. Рубик уже есть. Поэтому ганги могут быть уже удачными. Лучше убрать что-то со станом.
Ну вот, убирают Санкинга, который мог торчать в лесу. Вопрос, появится ли сейчас какая-то Энигма вместо Санкинга в лес? Будет ли он там торчать? Еще 45 секунд времени есть у Invasion. Торопиться некуда, можно подумать, там вовсю идет. Invasion пишет Зеус, Зеус, и появляется Зеус. Radiant team pick. Чем ответит против Зевса? Зевс здесь будет в качестве керри или как? Я просто не знаю, как это будет выглядеть. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Ну, зато Зевс это дешевый дивардинг. Если повезет, конечно. 50 секунд времени остается у Team Malaysia. На пик себе керри. Какая-нибудь боевая спектра. Либо Вивер. Вивер очень хорошо заходит сюда под Ancient Operation и в Vengeful Spirit. Плюс Линку собирает. В общем, герой очень неплохо входит. Десять секунд. Чатики. Это Спектра, да, как я и говорил. Но очень редко сейчас играют ребята без ультра-хардовых керри. Все очень просто. То есть постоянно пикается Спектра, Нага, ТБ. Что-то подобное, чтобы если вдруг игра пошла не по плану, ты можешь ее затянуть на 50-60 минут и выиграть 6 слотами. Так делают все. Ну, не оставляют сейчас ребята себя без возможности камбэка в игру. Не могу сказать, что это неправильно. Игра стартует. Тут же пауза от Зюса. Вот ребята пишут гол. Пауза будет недолгой. Мы продолжаем. Кто на ком и кто куда. Team Malaysia, Mushin, Spectre, X будет играть на Ancient Operation, Kuhu, Dead Prophet, Net, Vengeful Spirit и Ohio Beastmaster. Команда Invasion. ADTR, Zeus, Кейси Кимба, Dragon Knight, OK будет играть на Рубике, FZ, FZ, Slark и Ghost, Batrider. В полном составе команда Invasion отправляется на ботом с попыткой кого-либо там найти и цепануть. Ну, посмотрим, получится ли. Здесь Винга очень торопится с Вардом. Не знаю, подставится ли. Вроде как видит ее. И сейчас подставляется под телекинез. Вроде есть Вижен. Ну где хоть какие-то стаки, что-нибудь накинь. Бэтрайдер. Нет, Бэтрайдер просто сделал тычечку. Вместо того, чтобы кинуть один стак. И у Винги началась бы печаль. 30 seconds to battle. Ставится вард, я думаю. Так, подняли вингу, подтащили. Зевс. Отпускаю здесь нета. И снова пауза. Да, вот проблемы с мышкой были какие-то. Ну и Mushin на спектре. Сразу Пурман Шилд, пропуленный на два танкуса. Какие будут лейны? Бэтрайдер будет на бот, именно мидл встанет, скорее всего. Dragon Knight, понятное дело. Ну а Зевс отправляется на топ. И будет суппортировать Сларка.
Инга. Инга на ботами. С сапогом. Что здесь будет? Дивартин, кстати, не получилось сделать. Сентрей больше нет. Не угадал. С вардами здесь нет. Нет. Пошел размен по ХП. Понятное дело, что бетрайдеру здесь неприятно. А еще неприятнее будет, если накинут челентач, то он уже мог по лицу нахватать. Ну, аппарат здесь не успевал. Ухай. Подвышкой. Пропивается уже кларити. Крипочков позабирал второй уровень. Почти получил. В миде противостояние Банша против Драгон Найта. Ну, вот сейчас второй уровень. Появится, скорее всего, Драгон Блуд. Да. И попроще стоять намного. Здесь бетрайдеры контрят. Лейн вроде как муж старается держать на месте. И у нее это получается. Соответственно, бетрайдеру подлетать не вариант. И бетрайдер отправляется на экспинг. Ему нужно получить хотя бы один уровень. Точнее, вот этого одного крипа в медле, чтобы появились стаки. И тогда может отправляться в лес. Потому что сейчас ему там делать нечего. Не стал он воровать крипа, соответственно, не засветился, что... Ушел с ботом, хотя, я думаю, ребята здесь это подозревают. Контроль руны. Охайо забирает инвиз. Ну, значит, нету достается руна богатства. Ну, а здесь прибегает ботл. Отпивается тут же Кесси Кимба. Отдает назад банку и... Курьерчик потопал. Не допивает до конца, чтобы тот не совсем медленно ползал. Хотя скоро уже грейд курьера. Смоук от Ancient Operation. Он тут же настакивает. Что по крипам у нас? 15-5 у Банши против 8-0 у Dragon Knight. 14-8 у Спектры против 10-3 у Сларка. Но пока вот по крипам немного Team Malaysia переигрывает своих оппонентов. У нас по-прежнему нет ФБ. Здесь только третья минута. Что здесь? Здесь маска Соби. Соответственно, скорее всего, будет Soul Ring. Но заблочили спот эншентов. Поэтому Брю здесь... Тьфу, Бист не подформит. Брю. Банша уже четвертый уровень. Ну, ДК пробить, в который с батлом и Драгонлудом проблема. Ну, можно задувать. Но задувать лучше просто добивать крипов. Дамажить, пытаться Драгон Найта. Дело неблагодарное. Спектра. 1300 на руках. Не знаю, будет ли это быстрый рейдинс или соберет все муши какие-то барабаны, урны и так далее, и будет боевой спектрой. Хотя, если ты на таком полном фрифарме, то можно попытаться выфармить очень быстрый радик. Тем более, по ластхитам проблем нет. 23 на 17. Лейн, наверное, будет стараться держать. Да, вот. Динает крипочков. А у нас здесь ФБ. Забирают Рубика. Отваливается еще и Зевс, но аппарат, скорее всего, не уйдет. Да. Дотыкали аппарата. Размен пока 2 в 1. Топоры мимо. На паунсе запрыгивает наверх. Сларк выживает. 6 тычек успел сделать в этом файте. Ну и аппарат тут же в медле. Итоги боя. 409 опыта зарабатывают Team Malaysia. 725 золота. Ну, конечно, ФБ забрали. Это полезно. Жалко, у Спектры не было ультимейта. Не смогла участвовать в файте. Фейзы появляются у Спектры. Соответственно, это не будет ультра-быстрый рейдинс. Ну, а ДК забирает ботл дабл дэмэдж. Что у Беста? У Беста четвертый уровень. Аппарат получил второй. Теперь хоть приморозка есть какая-то из застаненного типа. Можно к земле приморозить. Куху. 26 на 8. Не получилось. Заласт хитить катапульту.
И вот в спектре появляется ультимейт. Соответственно, в следующем файте она может и поучаствовать. Приобретайте ТПМ. Что тут, пушишь или делать? Ну, 6 уровня нет, соответственно, нет экзорцизма. И без экзорцизма здесь, наверное, вышку особо протаранить не получится. Саппорты отправляются в лес. С попыткой помешать Бэтрайдеру, у которого транквилы пока и 3 уровень. Спалили то, что он все здесь настакивает. Получает стан. Ну, Бэтрайдер здесь осыпался. Да, от нейтралов, но, тем не менее, это смерть. Гонит Зевса. Есть Рубик. Нет, спануть не получится. Ну что, Спектра. 900 на руках уже. Вообще никто не трогает здесь муши. Это ошибка, потому что... Понятное дело, Спектра потом даст всем прогадиться. Забирают отводы. Помогают здесь все, кто можно. 4 уровень практически аппарат получает. Подходит сюда Рубик. Спектра влетает. У Куху большие проблемы. Куху, скорее всего, откинется. Спектра здесь. Пошел дагер. Рубик минус. Загрызают из Зевса. Бэтрайдера тоже спанули. Это даблкил от Муши. Ну, вряд ли он, конечно, драться будет с Кейси Кимбо. Муши мансит. Не хочет попадаться под паунс Сларка. Сдувает просто брестфайром здесь аппарата. Паунс. Ну и таркпак первого уровня. Правда, Муши его должен переживать. До паунса 5 секунд. Ухай начинает блочить. Ну, Муши здесь уходит на фейзах. Паунсом цепанули Ахаю. Попытка сделать тип-аут. Даркпак. Нет, не получается сделать тип-аут. И по итогу драка у нас примерно равная. Единственный недостаток в том, что Спектра сделала даблкил. Сейчас быстренько с ТП вернется на лейн. Пока Бэтрайдер прилетает здесь. Вот, 3 в 3 драка. Да, правда, Invasion заработали 1400 опыта и 907 золота. 820 опыта и 553 золота заработали Team Malaysia. Как-то вот чуть выгоднее получается. Разменялись ребята из Invasion, но... Опять же говорю, 2 килла для Спектры, 1700 на руках на 8 минуте и фейзы. Это неприятно. Не покупает ничего себе Спектра, ни барабаны там, ни урну. Ну и вот сейчас все больше шансов, что пойдет сразу в Рейдианс. Купил все стики. Знает, что стоять против Бэтрайдера. ДК забирает руну богатства, Сларк забирает руну Регина. Сларк фуловый, с ботлом еще. Ухаю здесь, отмахивается топорами. Ну, Бэтрайдер 5 уровня, 700 на руках. Подформил чужие леса. Нужно делать что-то вот с этим. Иначе игра закончится достаточно быстро. То есть, ну не будет здесь 60-минутной катки, если сейчас Спектре дадут собрать рейтинг на 14-15 минуте. А дадут, если не трогать. Можно пытаются Бэтрайдеру дать 6 уровень. Да, у Спектра уже 200. Винга в смоке вместе с Куху. Куху 8 уровня. Есть экзорцизм. Выход. Пошел стан. Должны примораживать. Чилин тач, ну и Кейси Кимбо получает. Ой, ему дэмэджа. Здесь же и саппорты затыкают. Прилетают туда Спектра. Сларк нажимает ультимейт. Надо отсюда уходить, потому что его задули. И должны забирать вышку. Ой, Рубик, как подставляется. Что ты здесь делаешь? Профетка задувает. И минус Рубик. Минус 2. Тут же дивардинг. Тут же попытка снести тавр. Да, экзорцизм, правда, уже сейчас закончится. Ульт аппарата. Дайгер Спектры. Ну, не попадает здесь в Бэтрайдера ульт аппарата. Бэтрайдер немного другими путями пошел. Спектра 2600. Вышку снести не получилось, но пол хп есть Брилли. В любом случае. Уж помогает сейчас сделать стак. Да, так что Бисмастер свое еще вывезет. Ну, сейчас будет 6 уровень, он пойдет с Оурингом, подформит стаки эншентов. Все будет нормально. Куху наполняет ботл руной инвизом. Руну богатства забирает Сларк, пытается кого-то найти, но никого не находит. Войдстон появляется у профетки. Понятное дело, что это будет Юл. Вот если Сларк сейчас найдет Нета, то это будет минус. Подставляется Нет. Паунс.
ультимейт, подходит Рубик. А может еще и не заберет. Пошла задувочка. А не хватило дэмэджа. Здесь еще ДК, тут же руна инвиза. Накричали на Кейси задувка ультапарата наперед. Кейси Кимба получает ультапарата и, скорее всего, скончается. Еще одна задувка, да, минус. Тем временем еще и погибает Бэтрайдер. От кого, кстати, он погиб? Не знаю, но от кого-то погиб. Причем погиб где-то на базе. Спектра все же собрала барабан одним кликом. Вот Муша как-то немного периодически меня удивляет. Да, когда уже вроде денег хватает на чуть ли не сакрат, купается другой артефакт. Или уже Муша понимает, что его здесь вряд ли кто-то сможет заколотить. И укрепляется, собирает какие-то боевые артефакты. И будет участвовать в битвах. 11 минута. Понет Ворсом. 5500. Муши 4700. Банша 4300. Сларк 3400. Драгон Найт. По графикам 3 с небольшим тысячи выигрывают Тим Малайзия. 4000 по XP. Ну и заход в мидл. Экзорцизм есть. Правда, можно справиться и без него. Выход на Муши. Муша сныкался в кусты. Мидл Тауэр падает, забирает банша. ТП на топ. А тут смещение на топ и есть экзорцизм, поэтому, может быть, упадет еще один Тауэр. Бэтрайдер пытается деформить себе дайгер. 13-я минута, 1700 на руках. До дайгера еще не так много осталось, поэтому в скором времени появится. Снова 1700 у Муши. Уже давно бы Рейденс, кстати, был. Ну что, Тауэр отваливается достаточно быстро. Фортификейшн есть, потому что только-только снесли вышку в медле, он обновился. Ну и это будет... Минус Тауэр. Фортификейшн провизили, чтобы пытаться не дать добить Муши. Профетка забирает Тауэр в любом случае. Тут же ТП на ботом. Куху с экзорцизмом. Как же много дэмэджа. Пошел ультапарат. Он сюда попадет, попадает. Стан от винги. Ну и здесь уже Муши. Минус 2 мгновенно. Сларк пытается уйти. Но Сларк уйдет, вот цеплять нечем. Тавр, не знаю, заберут или нет. В любом случае, у Спектры уже 2400 на руках. 6700 на Творса. На 2000 уже обгоняет Сларка, в принципе, как и Куху на банше. Кстати, что-то летит. Куху на банше. Куху на банше летит Юл. Вышка отваливается очень-очень шустро. Да, аура Винги, плюс аура Бистмастера. Ancient Operations, стики, Сентри, Сапог. Ну, Аганима здесь пока не светит. Муша делает ТП на топ. Здесь достаточное количество крипов под вышкой. Их надо пласт хитить. 11 уровень сейчас уже будет. Тест на второй уровень ультимейта. Можно кипиш на карте наводить. Вот никто не трогает Спектру. У Спектры 5.02 статистика на 15 минуте. Это знак того, что дают не то чтобы шанс, дарят, грубо говоря, сейчас победу команде Team Malaysia. Попытка загангать, нашли аппарата. Ну, Зевс верхний тут не дает сделать каких-либо мувов. Это минус Ancient Operation. Уже неплохо. Хоть кого-то. Жаль, что не того. Убивать сейчас надо Муши. Иначе появятся Рейденс, и саппорты с 650 хп будут осыпаться за 2 секунды. А до Рейденса не так долго осталось. 15 минута, 3200 на руках, барабаны фейзы. Спектра сейчас очень толстый таргет, который убить проблематично. Затерки в медле. Куху имеет уже 11 уровень, второй экзорцизм есть Юл, может и подраться. Не успел нажать экзорцизм, достает его Бэтрайдер, накричали, поднимает себя в Юл, пошел ульт аппарата, ульт Спектры уже здесь, попадает по Сларку. Сларка накрывают сайленсом, но поздновато, успел провести ультимейт. Пытается улететь Кейси Кимба, но, по-моему, ульт аппарата здесь этого не позволит сделать.
Нет, улетает. В итоге минус 3 на Вингу. Даблкилл снова от Спектрей. 4000 на руках на Сакрат уже хватает. 7-0-300 там. А тут заход на Т2. Правда, заканчивается уже почти экзорцизм. Соответственно, Т2 забрать вряд ли успеют. Но помучить немного крипов получится. Сларк цепляет Ку. Есть, если что, Юл. Ульт аппарата. Погибает здесь Ку. Залетает ульт аппарата по четверым. Очень даже неплохо. Вот был бы сейчас ульт Спектры с Рейденсом, была бы грязь. Преимущество около 5000 по золоту, по XP то же самое. Абсолютно одинаковые графики, вообще ничем не отличаются. Скоро мека и пытаются в ответ ребята из Team Invasion забрать тавер. Получится или нет, сейчас узнаем. Кейсик пытается догнать, Сларк цепанули, пошел ульт аппарата, опять хороший по троим. Вот правда у Спектра ультимейта нет, поэтому поучаствовать не получится. Бестмастер уже развалился, ну Спектра уже здесь. Спектра здесь с Рейденсом, прилетело с ТП, я так понимаю. Что у Куку? 45 секунд. Побаиваются, побаиваются и правильно делают. Носится здесь Сларк с даггером, который готов цеплять. Ему сейчас надо драться. Причем драться надо вот с этим пацаненком. Ну что, Мушкин. Мушкин сейчас немного потерял волну фарма. До этого он нон-стоп просто летал с лейна на лейн и выносил тьму крипов. Мы видим, что по нетворсу он уже на 2600 обходит Драгон Найта. Также со Сларком дела обстоят. Кто здесь? Здесь Сларк, которого просто прочекали тут же даггером. Саппорты в смоке. Ну и минус вышка на ботами. Сюда сейчас может попытаться вписаться как-то Зюс. Но если Зюса подцепят, Зюс будут ли кричать на него. Накричали на Зюса, ульт аппарата, минус Зюс. Зюс развалился. Попытка заткнуть Сларка. Сларк, много дэмэджа. Ульт Спектры, Сларк рассыпался. Верхний от Зевса. И ультимейт. Ну и окей, здесь тоже отлетает. Кейси Кимба. Бэтрайдер. Бэтрайдер улетает, не стали задувать. Что у Спектры? Спектра уже несет себе рецепт Рейденса. Вот он, 19-я минута барабанов из игрежные стики Рейденс. Это очень хороший показатель. На 8-0-3 стата, если что, у Муши на Спектре. И остановить его сейчас вряд ли получится. Сейчас, если купит себе еще какой-то Vitality Booster, ну, пошли крипочки под Рейденсом. Пока одного убьет, остальные сами сгорят. Да, вот он 13 уровень. Выход с маке. Кого могут найти? Найти могут, если неудачно... Хотя нет, не будет здесь никаких мувов. Здесь Бестмастер фармит Эншентов. У него почти 11 уровень. Меку, наверное, себе уже несет. Трейдер тут попалил леса. Сигналят на них. Ульт Спектры через 30 секунд. Есть мека. Есть ли, если что, сейф ТП? Да, сейф ТП, если что, есть, если вдруг муши подцепят. Ну, что здесь делать? Здесь надо идти и пушить мидл. У вышки пол ХП, экзорцизм. Через 20 секунд. Ну, вот как раз можно дойти и снести.
и 3000 уже почти у профетки. Ну, наверное, тарасочка какая-то будет сразу следом за Юлом. Выживаемость, чтобы не пробивали, даже если Старк ворвется. Можно себя и в Юл не поднимать. Просто стоять и дамажить. Спектра на ботами начинается с пуш медла. Бэтрайдер запрыгнул, тут же Зевс, есть свап, под сейф, пошел ульт спектры, пульт аппарата залетает, попадает по Сларку, ну вот куда прилетел спектра, ну спектра бегает, Зевс горит, горит Рубик. Будет ли задувочка? Нет, задувочки не будет, падает вышка в медле, ну и по итогу размен один в один. Но плюс тавер для Team Malaysia. 1500 на руках у спектры, что там у Банши, 4000, пойдет ли покупать себе ривер, продаст стики. Нет, ну талисман продается, стики остаются. БКБ залетает, пульт аппарата попадает по Сларку, Сларку неприятно, тут же свап, вытащили, куху, может идти дальше гнать, поднять в какой-нибудь Юл Драгон Найта, заканчивается, поднимается в Юл, кто-то подойдет еще на помощь? Нет, никого нет на помощь, и поэтому отпускают. Спектра 1500 и продолжает фармировать леса. Что у Сларка? Сларка тоже потихонечку вырисовывается БКБ. Но еще очень-очень долго. Пока есть такой Угрклаб. Не более. Жду 1800. Скоро Тараска. Спектраси ничего не покупает, пока не на выживаемость. Хотя, возможно, это сейчас какая-то Яша будет и потом в Мантастайл пойдет. При том, что спектра не умирает. 8.04. Запрыгнул здесь Ларк, получал дэмэдж от Рейденса, сам ничего не нанес. Ульт спектры через 8 секунд. Ну и должно быть смещение либо на ботом, либо на топ от Team Malaysia. И продолжать пушить. Ну, профетки через 8 секунд. Экзорцизм. Ботл пустой, маны нет. Наверное, придется идти порегениться немного. Заметил Сларк здесь эту движуху Пепси. Да, появляется Яша у спектры. Все же в дэмэдж, а не выживаемость. Ну и вот он, заход на ботом. Кларити повесили, на экзорцизм хватает. Стики, если что, в файте зарядится. На пару задувочек хватит. Мидл пытаются засейвить тем временем ребята из Team Malaysia. Проюзали фортификейшн, но это один. Поэтому он сейчас обновится. Минус Т2. ТП на Т2 и будут пытаться задефать Т1 на топе. Сюда уже летит ульт аппарата. Не попадает сюда ульт аппарата. Бэтрайдер. Сларк. Верхняя Зевса. Развалили аппарата здесь очень быстро. Проблема, правда, у Сларка. Сларк тоже в таверну. Залетает спектра. Очень много дэмэджа с Рейденса. Муша опять даблкил, продолжает вгрызаться, вгрызается пока в ДК, в ПКБ еще он пока живет, кончается ПКБ, начинает гореть, но это будет еще один фраг для Куху. Муша 2000, Куху имеет 1500 и Тараска уже собрана, минус 5 в исполнении команды Team Malaysia, вышку они свою задефали, Т2 при этом на ботами забрали, можно идти по топу. Это, кстати, файт был без экзорцизма, он был потрачен на пуш тавера. Но около 10 тысяч преимущества уже на 25-й минуте и 7,5 тысяч по XP. Да, как выбивать здесь куху непонятно, хотя вот как спектру убивать тоже непонятно. 10.07, 158 крипов, 13 тысяч стон от Ворса, на 4 куска обгоняет Драгон Найта.
И на 6 кусков с Ларком. Мом появляется у Драгона. Это интересный поворот событий. Ну что, спектра фармит. Фармит. 2800. Ну, сейчас появится Манта Стайл. Профетка. С третьим экзорцизмом на топ забирать очередной тавр. Не знаю, что делать в это время инвейжном. Может быть, попробовать забрать Рошана. Может быть, пойти и попытаться забрать где-то тавр. Потому что надо как-то размениваться. Что есть у Зевса? Транквил и Соуринг 1800. Больше ничего. Появляется Манта Стайл у спектры. Ну и дальше давить топ. Что ботом дефать будут? Здесь есть фортификация, тут нет фортификации, поэтому вышка падает. Тут же ТП на Т2 и могут цеплять. Еолом подцепили ДК, Рубик улетает. Ну, можно прожать БКБ, но это все равно не отпустит отсюда Драгонайта. Забирает его профетка. И идут дальше Сларк. Ну, тут уже Юлы не было. Ну вот что сейчас делать с тем, что есть у команды Team Malaysia, Invasion'ом? Надежда на Сларка, который себе что-то выфармит, но он не может выфармить БКБ уже 28 минут. Соответственно, дэмэджа он в файте получает просто триллион. Тут у него все, что можно, работает. Здесь уже начинает вырисовываться Аганим потихонечку у Бестмастера. Есть поинт-бустер 1400 на руках, еще 1600 и соберет. А, что, Рошанчика решили забрать? Почему нет? Почему нет? Да, Рошану залетает не слабо. И без экзорцизма справится. Еще вот челентач повесили. Ульт от Зевса. Ну что, до экзорцизма 44 секунды. Т2 больше нет. Аегис у спектры. Продает стики, приобретает себе ТП. Летит на топ. Видит Сларка. Пошел дагер в него. Ой, как больно Сларку-то. А дагер-то показывает. Появляется Сларк, на паунсе уходит. Ульт спектры. И Сларку напилили. Прыгает на ДК. Это уже наглость, конечно, но здесь поближе сместиться в мидл, куда должна сейчас подходить команда с экзорцизмом и пытаться пушить Т3. Пошел ульт аппарата, тащат спектру. Спектру затащили на ХГ. По-моему, это ее не смущает. Бетрайдер догорает. Муша, конечно, здесь перебоковал. Заказывается уже на хайграунде. Никто особо его цеплять еще раз не хочет. Подходит сюда Куку. Пошел экзорцизм. Т3 без фортификейшена. Начинает отваливаться. До Сларка 19 секунд, это, скорее всего, минус сторона. Бьют милишный барак, Аспер плачет. Рейнджовый барак тоже падает. Ну и все, минус первая сторона. 30-я минута. Team Malaysia расправляются просто на изи. Муши 3500. Купи себе ривер какой-нибудь. Что, пойдут по топу теперь? Да, что их может остановить? Если там один Муши на хайграунде Рейдинсом сжег Бетрайдера, Рубик наполовину сгорел, не стал подходить дальше. Шива появляется у Куху. 22 армора. Ничего уже не сделать. У Бестмастера вот-вот появится Аганим. Что есть у саппортов? Винга, ПТ, урна, аппарат.
тоже без трех соток Аганим. Что здесь есть? Рубик, Арканы, Брейсер, Грейжные стики, Зевс, Соуринг, Мидас. Вот интересный Мидас, когда у тебя 929 хп, ты играешь против спектры, пошла Шива, пошел из спектры. Ну, Зевс. Прыжок на Рубика. Манта стайл. Ну, на самом деле, я бы на месте Invasion уже написал ГГ. Ну, это я, конечно, но... Чё тут ждать, я не понимаю. Муши не умер ни разу за игру. 13.09. Спанули Муши. Тут же свап. Причём свапнули Бэтрайдера. Снова Шива. Сларк в БКБ наконец-то пытается что-то сделать. Ну и Гейгер. Экзорцизм 20 секунд. Тавр упал и так. Тэп-аут от Муши. Чё-то непонятное Муши застворил. Когда 10 секунд экзорцизма и можно спокойно запороться на хайграунд, снести еще сторону. Он почему-то прыгает на ботом и идет дальше фармить. Аганим появляется у аппарата. Но спектры скоро будет Тараска. Виталити бустер уже есть. Сейчас вот еще пакованчик крипов и будет рецепт. Муши неубиваемый таргет. Ну, преимущество, наверное, да, уже 20 тысяч по золоту, 15 тысяч по XP. Попробуй догони, называется. Сларк. Не цепану аппарата. Хотя аппарат здесь уже не лучший таргет, 1100 хп. Здесь вообще нет лучших таргетов. У Винги 1300 хп, тут у саппортов уже чересчур большая выживаемость. У спектры 2800, через 4 секунды будет ультимейт. Где? Должны быть на топе, да. Надо зайти, кстати, на лаунж. У меня должно быть на аккаунте там нормальное количество рарок. Тоже, что ли, ставить на кого-то? Тогда можно будет и потопить. Попытка зайти в спину. Пока не видит никого. Начинают падать бараки. Пошел экзорцизм. Далеко сейчас находятся ребята из Invasion, можно за это время и потерять нафиг, нет, провизори Fortification. Цепанули, пульт аппарата с плышом чуть попал, экзорцизм работает, на хайграунде здесь бегает, ну, все живы, а Invasion посыпали. Забили пока только Бестмастера, в Юл поднимают Сларка, ГГ. Это минус 5, да, 2 байбека от Сларка и Драгон Найта, но это здесь ничего не дает, Муши поддерживает ребят, 2-1-5 ГГ. Падает трон команды Team Invasion, ну а Team Malaysia зарабатывает свои 3 очка. Легкие и редкие, как говорится, для Муши. Мы уходим на небольшую рекламно-музыкальную паузу, после которой вернемся, и нас ожидает матч Team Malaysia против First Departure.